Добровольцы Заводоуковского городского округа днем и ночью охраняют от огня свою территорию. Сегодня там задействовано 500 волонтеров. Только в городе работают 7 таких бригад. Представители каждой из них постоянно на связи с центральным штабом, который создан на базе местной администрации. Мы уже пару дней занимаемся дальним курированием территории за линейной части города. Вот, как бы, в принципе, происшествий серьезных нет. Ну и вообще серьезных происшествий не было. У нас по 2 человека выезжают, каждый на своей машине. Один территорию, одну часть охватывает, вторую часть охватывает. Вот, объезжаем, стараемся захватывать большей части леса, частный сектор. Маршрута конкретного тоже нету. Все ближайшие районы, все деревни ближайшие вокруг города. То есть это Дроново, Бегила, Вичуринский, все вот урожайные, Речной, Подун, все вот наши юрисдикции как бы находятся, мы все их объезжаем. В состав добровольных народных дружин входят в основном работающие жители. Однако это им не мешает выходить на ночное патрулирование улиц. На смену заступают с 22 часов, а иногда и раньше. В командах немало и женщин, а некоторые из них находятся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас некоторые на работе, приходится нам выходить. А что делать с бабушками? Оставляем детей и вот стоим. У нас вот Плюхино стоят, вот там Плюхинские. У нас вот тут перекрывают, где можно проехать. Где лес, где еще-то. Еще у нас просто ходят по деревне.